появился на продаже MacBook Pro 16 дюймов 2019 года с тачбаром. MacBook в идеальном состоянии. Состояние идеальное. Ни вмятинок, ни микроцарапин. Вообще ничего нету. Дисплей целый, без выгораний, без потертостей каких-либо. Так, характеристики процессора. i7, 9-го поколения оперативы, 16, 2 видеокарты, одна профессиональная 4 гигова, другая Intel HD Graphics 630. Так, с хранилище SSD на 500 гигабайт. Так, MacBook Rostest, это видно по клавиатуре. Аккумулятор в очень хорошем состоянии, 153 цикла всего лишь. MacBook, как говорит компания Apple, это машина мечты. На нем можно профессионально работать, делать какие-то профессиональные свои задачи. Подойдет так и для учебы, для игрушек, для профессиональных задач. Еще раз повторяюсь. MacBook супер, никаких подвохов, ничего не ремонтировалось. Состояние идеал. Кстати, он еще на гарантии, получается, это забыл сказать. Самой компании Apple гарантия истекает 28 октября 2021 года. По факту есть второй год гарантии, но, к сожалению, чек не сохранился. Был бы чек, был бы второй год гарантии по чеку еще. 153 цикла заряда.